Ассаламу алейкум, леди и джентльмены. Сегодня я отправляюсь в поход за арматурой. Взял с собой все необходимые инструменты. Аккумуляторную болгарку Ryobi и кувалду Matrix. Ну вот, в том месте лежит бетонная плита. Ее держат 4 арматуры. Если хорошенько помахать кувалдой, то, думаю, можно будет арматуры забрать. Давайте отправляемся на ту точку. Сейчас все увидите своими глазами. Кстати, акимат в этом месте посадил много молодых деревьев. Вот. Летом было очень жарко. Некоторые, конечно, плохо поливались, и поэтому многие засохли. Но не знаю, сколько принялось. Весной будет видно. Тут рядом находится речка. В принципе, можно оттуда их поливать, если, например, кого-нибудь нанять и чтобы работали. Вот. Там, по-моему, еще посадили новые саженцы с той стороны. Если на следующий год будет жарко, то поэтому нужно будет его поливать, чтобы все это дело принялось. И потом уже будет тут такая вот зеленая роща. Нашел здесь местечко отдыха в кушарах. Целые 4 алюминиевые баночки. Поднялся по вот этой вот тропинке, обнаружил в земле что-то интересное. Это очень похоже на находку, хотя вполне может быть и обычным камнем. Вот имеет такой красноватый оттенок. Нужно его чем-нибудь покорябать. Будем сейчас проверять. Надеюсь, что это металл. Вытащил его из земли, и это оказался какой-то красный камень. Хотя, когда лежал, мне по обману зрения показалось, что это рельса. Вот такие вот лженаходки. Я уже приехал на точку. Вот она, эта бетонная плита, про которую я говорил. Тут даже не 4, а больше арматур. Очень тяжелая плита. И давайте сейчас попробуем ее на месте расколоть. Достаю свою кувалду и будем добывать черный металл. Надеюсь, у нас получится ее разбить. Начинаю работать.
Осталось совсем немного. Мне кажется, что держат вот где-то в этом месте. Сейчас буду тут бить. Думаю, что после этого она разойдется. Потому что уже держится еле как. Ребята, я разбил всю эту бетонную плиту и смог добыть арматуру. Конечно, из-за того, что вокруг была мягкая земля, мои удары гасились, и поэтому пришлось немного попотеть. Но все-таки по частям ее получилось вот так, таким способом расколоть. Посмотрите, сколько тут арматур. Я пока не знаю, сколько килограмм. Ну, по ощущениям, тут будет килограмм 7-8. Это хороший, добротный черный металл. Теперь поедем на вторую точку. Я там видел, что торчит арматура. Также, по-моему, она даже толще, чем вот эти. Но ее мы просто-напросто отпилим. Все, давайте еду туда. Расстояние до туда где-то около 1,5 километра. Хотел уезжать с этого места и под конец заметил находку. Лежит здесь вот такая вот ложка. Не знаю, что за металл. Может быть, нержавейка, может, алюминий. Ну, ложка старая. Забираем. Друзья, это вторая точка. Вот она, та арматура, которую я сейчас попробую отпилить. Здесь, видимо, работали собиратели металла. Они освободили данную арматуру. Она крепилась вот на такой гладкой арматуре. Вот они, видимо, все это пооткусывали. Но саму арматуру не смогли отрезать. Хорошо, что у нас есть аккумуляторная болгарка. Мы попробуем забрать ее. И еще рядышком вот находится арматура поменьше. Вот. Ну и вот эту тоже отпилю, чтобы вот так не торчало. А то, не дай бог, на нее кто-нибудь упадет. Начнем с этой длинной. Теперь осталось убрать вон ту маленькую, и которая торчит возле нее, вот эту.
Дамы и господа, я посрезал вот эти вот мелкие гладкие арматуры. Получилась целая горсть. Ну, конечно, полностью все срезать не будем. Самые опасные я убрал. Более-менее стало лучше. Теперь собираюсь и едем дальше. Может быть, еще что-нибудь попадется. Подведем итоги нашего похода за арматурой. Как всегда, собрал алюминиевые баночки. В этот раз около пол пакета. Их надо взвесить. Ну, целый килограмм и 155 грамм. Достаточно неплохо. Ну и самое интересное, это, конечно же, взвешивание добытой арматуры. Вот эту вот ложку я проверил. Она оказалась не нержавейкой и не алюминием. Это обычное железо, поэтому тоже оставляем здесь. Давайте смотреть результат. Вот столько получилось килограмм. Ну, мне сначала казалось, что будет около 10 кило. Оказалось, что намного больше. Так что не зря помахали кувалдочкой. Все отправится в копилку железа. Друзья, оцените это видео лайком. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Всем пока. Алга, Казахстан.